В Семее прошел республиканский турнир по казак-шакуре среди студентов вузов. Мемориал памяти доктора медицинских наук профессора Даниила Мусинова собрал 14 команд из всех областей республики. Успешно выступили студенты Государственного медицинского университета города Семея. На втором месте сборная Павлодарского педагогического университета, а замкнули тройку призеров борцы Казахского национального технического университета города Алматы.